Всем привет, ребята, и вы на канале Сестричек. По вашим просьбам, мы сегодня вам покажем наше школьное утро. Обычно мы просыпаемся в 7 часов утра. Ксюша, как всегда, просыпается самая первая. Ну а для меня это большая проблема. Утром меня просто невозможно разбудить. А у Ксюши с этим нет проблем. Она встает очень быстро. Но меня надо будить раз 10. Тем временем Ксюша уже переоделась и заправляет постель. Ну а я, как вы думаете, что делаю? Конечно же, еще сплю. И мама все и никак не может меня разбудить. Пишите в комментариях, как вы просыпаетесь. Как Ксюша или как я? Вот Ксюша уже заправила постель и пошла чистить зубы. А я только проснулась. Перед тем, как встать, я сначала всегда смотрю в окно. Ладно, пора уже вставать, а то опоздаю в школу. В это время Ксюша уже чистит зубы, ну а я только начинаю заправлять постель. Ксюша уже села завтракать, а я заканчиваю заправлять постель. И затем я иду умываться и чистить зубы. Сразу захвачу с собой рюкзак. Ксюша уже позавтракала и собирает нам ланчбоксы. Ну а у меня водные процедуры. Обязательно умываюсь, чтобы быстрее проснуться. И чищу зубы. Затем я иду переодеваться. Я всегда заранее приготавливаю одежду. Затем докладываю что-нибудь в ланчбокс. И наш перекус в школу готов.
В это время мама причесывает Ксюшу. Ну а я сажусь завтракать. Обычно утром у нас нет аппетита, но все равно перекусить что-нибудь надо. Например, йогурт или пудинг. Я заканчиваю свой завтрак. Ксюша проверяет рюкзак и складывает ланчбокс. Пришла моя очередь причесываться. А Ксюша уже идет обуваться. Ну вот, Ксюша уже готова, а я еще нет. Так всегда. Обязательно берем с собой водичку. Затем я тоже проверяю свой рюкзак, все ли там на месте. В 8 часов мы выходим из дома, а уроки у нас начинаются в 8:15. Наша школа очень близко от нашего дома. Ну что, я почти готова и иду обуваться. А Ксюшечка сидит и ждет меня, но без меня никогда не уходит. Ксюшечка, я тебя люблю, ты самая лучшая сестра на свете. Ну что, я уже почти готова. Надеваем куртку, шапку и в школу. Ну что, ребята, вот так проходит наше школьное утро. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал. Ну а на сегодня все. Всем пока, ребята!